Давным-давно, когда еще первокурсники трудились на полях нашей необъятной родины, первые 3 недели осени, на физтехе возникла одна замечательная традиция. Чтобы ребята там не слишком скучали, к ним приезжали факультетские стемы со своими программами. С тех пор прошло много времени. Первокурсники уже, естественно, никуда не ездят, а традиция проводить картофельные концерты осталась. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Раньше каждую осень физтехи ездили на картошку. Сейчас на картошку уже никто не ездит, но проводится традиционный картофельный концерт, на котором стемы физтеха показывают свои лучшие номера. Этот концерт пройдет сегодня в концертном зале. Как ваше впечатление от концерта? Во-первых, он еще идет. В общем, в принципе, идет неплохо. То есть зал достаточно разогретый. Ребята работают достаточно хорошо. Команда на сцене. Поэтому пока мне все нравится. Это ваш не первый концерт. Скажите, чем он отличается от других? Чем он особенный? Каждый картофельный концерт, он всегда, с одной стороны, особенный. С другой стороны, он как бы все-таки более-менее традиционные вещи дается. Но вот сегодняшний концерт, он достаточно большой сборник, и тут присутствует много новых лиц, вот этим он, наверное, особенный. А сейчас мы зададим пару вопросов участникам концерта. Ребята представляют стем проблем. Ребята... Топ Трабл. Ребята, волнуйтесь перед концертом? Нет, никогда. Очень не волнуйся, хуже быть не может. А что вы нам сегодня покажете? Что? Экспериментальный юмор. Как это принято называть юмор. Каждый раз новый, но главное, всегда несет какие-то основные идеи, которые сохраняются одни идеи. Он несет высокие... Нет, не обязательно, это сложнее. Он несет высокие моральные идеи, но также он экспериментирует на психику и зрителя. Да, вот именно так. Слава правильному, поэтому мое видение. То есть зрителям понравится? Не факт. Пойди-ка сюда. Чё, присаживайся, чё? Че, есть задание, нет? Не, не курю. А, Михаил Фарович, задание, конечно, я принес экзамен. Кто виноват и в чем секрет? И почему удачи нет? Ведь ты же знал это билет. Зачем же нес весь этот бред? Сиди, чё ты, вяжем? А чем дома-то не сидится? Ну так погода какая хорошая, луна полная, звезды. Да, только жутковато. Ну конечно, мы же на кладбище. Ой, а что это там, собаки? Ну откуда здесь собаки? Это волки охотятся. На людей? Да! Шучу. Смешно. Закончилась картошка. Пульсар, будьте в курсе. Вообще говоря, на физтехе именно осень является самым насыщенным традиционными мероприятиями временем года. Большой интерес общественности, в особенности первокурсников, представляют так называемое посвящение в студенты на различных факультетах. В этом году череду посвятов открыл факультет инноваций и высоких технологий. Наша съемочная группа, естественно, не могла пропустить такое событие. Итак, смотрим. Посвящение студентов факультета инноваций и высоких технологий прошло первым на физтехе. И сегодня мы беседуем с одним из его организаторов, Дмитрием Зубановым. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Скажите, а что инновационного было на вашем посвящении? Мы впервые для нашего факультета сделали игры на командообразование для ребят. А чего вы хотели добиться, проводя эти игры? Мы хотели, чтобы ребята были максимально сплочены, чтобы они знали, чтобы они хорошо знали друг друга, чтобы они могли друг другу доверять. Таким образом, в перспективе, ну, возможно, в нашем факультете действительно начнут образовываться какие-то проектные команды, которые смогут выводить на рынок там различные научные разработки. Как, собственно, для чего и был создан наш факультет. А вы пытались сплотить команду на уровне групп или на уровне всего факультета?
мы решили, что на уровне всего факультета, то есть сделать, чтобы 70 человек были единой командой. За 4 часа времени, которые у нас были, это отнюдь непросто. Ведь нужно, чтобы человек доверял каждому. Поэтому мы пока поставили маленькую задачу, именно сделали, чтобы ребята работали в группах, в которых они учатся. А вы будете в следующем году проводить что-то подобное? Знаете, может, мы даже проведем и в этом году, то есть сейчас мы проводим опрос, и ребята должны там, в таких анкетах, в бланках, указать, хотят ли они еще. Если мы выясним, что им понравится, конечно же, конечно. Саша, расскажи, пожалуйста, о командах, которые изъявили желание участвовать в Лиге КВН. Ну, вообще, изъявило желание участвовать у нас уже 11 команд. Это число может уменьшиться и увеличиться со временем. Ну, из существующих команд, то есть из тех команд, которые существовали до объявления того, что будет Лига, это Пешеходный переход, Уйма и Весенний призыв. Остальные команды, они вроде бы как свежеобразованы, и вот впервые будут участвовать в Лиге. Пешеходный переход – это победитель Кубка КВН Физтеха, который проходил в прошлом году. Вот, они сейчас играют вне Физтеха в подмосковной лиге. Вот, дошли там до полуфинала. Кстати, полуфинал у них будет в октябре. Приезжайте болеть. Пока точное место неизвестно, но я думаю, если следить за событиями, вы все узнаете. Понятно. То есть, судя по тому, что только 3 устоявшихся коллектива изъявило желание участвовать, очень много новых команд. То есть вы привлекаете большее число людей к КВНовскому движению. Да, ну, собственно, в этом как бы одна из целей лиги тоже в этом и есть, что активизировать потенциально творчески интересных людей. А вот еще такой вопрос. Команды рассортировались по факультетскому принципу или там просто, или там нету такого? То есть не превратится ли Лига КВН в ФТИ в очередной межфак? Нет, я думаю, этого не произойдет, потому что уже достаточно много команд, которые не имеют, как бы, так сказать, факультетской принадлежности. Вот, они сборные, грубо говоря, всех факультетов. Ну, есть также и сборные каких-то конкретных факультетов, то есть команды, которые можно отнести к какому-то факультету, но это... Например? Ну, например, будет выступать, скорее всего, сборная ФАЛТА, сборная ФМБФ, а вот с Квантов какая-то команда будет. Или они желания. Ну что ж, надеемся, что старые добрые фистешные традиции будут актуальны в будущем, а свежие оригинальные мысли, идеи, мероприятия станут таковыми. Ведь именно традиции, по большому счету, делают фистех таким, какой он есть. С вами был видеожурнал «Пульсар». До скорых встреч!